Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Фабро. Сьогодні я в гостях знову у Олександра Пасічника. Ми знімали з ним інтерв'ю. Привіт, друзі. Колись. 2 роки назад, напевно, так? Три. І сьогодні я приїхав в гості і вирішили з Сашкою трошки відзняти, поговорити про деякі питання, бо у Сашки дуже багато чого змінилося за цей час. Я думаю, в принципі, ми не готувалися, але там по пам'яті деякі питання ми піднімемо з прошлого відео. Так що, вітаюся, Сашка. І хочеться тобі багато питань задати, аж в голові все змішалось. Ну, ти важних начни. З важливих. Саме важливе питання на сьогоднішній день для багатьох і для пасічників, і я думаю, де ти пропав? Ти пропав з каналу Ютуба, відео практично немає, нічого не знімаєш. Що трапилось? Де ти дівся? Ну, как бы я здесь, живой, все хорошо, занимаюсь пчеловодством, как и дальше занимался. В свою тележку, которую я тащу, просто я добавил другой работы, которая стала немного тяжелее, и времени на некоторые те раньше хобби, которые я увлекался съемкой видео, немножко не осталось. Вот, потому как получился такой график, я даже скажу больше того, я ловлю себя на мысли, что в молодости я как бы работал, но сейчас вот, мне 45 лет полных, я стал работать еще больше. Надо было вроде бы отдыхать, а мне кажется еще больше. И поэтому вот к Ютубу немножко отошел в сторону, можно вот так. А так все нормально, все есть, пчеловодством занимаюсь, пасека есть. Вот, просто вот так вот. Всім відомо, багатьом кому відомо, що ти на сьогоднішній день працюєш заготівельником по меду. Це так? Да, это так. І як давно ти вже працюєш? Получается, в январі місяці буде 2 роки, наверное, да. Вже 2 роки, як ти заготівельник. Ну, як тобі відчувається це побувати в шкурі? В іншій шкурі. Ні, ти був в шкурі пасічника, тепер ти в шкурі все-таки більше заготівельника чи пасічника? Ну, скажу більше того, ну, так не можна взагалі, мені кажеться, говорити, в якій шкурі я є. Багатьох такі питання, ну, хвилюють, що в іншій шкурі і так далі. Просто раніше ти себе позиціонував і канал був Олександр Пасічник. Угу. Чи залишився той Олександр Пасічник? Чи це Олександр Пасічник або Олександр Заготівельник? Як, ну, от якось, хай йому буде якось так. Ну, смотрите, я не такой уже прям крупный заготовитель, как, может быть, кажется другим. Я очень мелкий заготовитель. Вернее, даже больше скажу, как бы, на первой ступеньке, может быть, этой работы. Начал заниматься заготовкой. Поначалу это вообще был интересный процесс, кураж такой, знаешь. Казалось мне, что я знаю многих пчеловодов и всегда прислушивался к мнению опытных. Брал нужную для себя зерно и применял все на пасеке. Ну, как бы опыт приходит с годами, да. Вот. А когда начал заниматься заготовкой меда, я покупаю его не за свои деньги, я работаю на завод, который занимается экспортом. Выполняю роль, в принципе, как бы это правильно сказать, доставки меда на завод. Я открою секрет, не секрет, глаза, не глаза. Это делать может любой пчеловод. Взять свой мед и отвезти на завод. И получить ту зарплату, которую я получаю на доставке. Но не у всех есть возможность этот мед повезти. Не все хотят этим заниматься. То есть не у всех есть транспорт. И логистика понимает, что если даже у меня есть 3 тонны, я отвез на завод, потом поехал, забрал тару назад, это выходит дороже, чем ко мне приедет компания и заберет. Вот. Это начал знакомиться, опять же таки, с пчеловодами, профессионалами, больший круг их увеличился, которые дают советы, к которым можно прислушаться. Вот. А заготовка – это дополнительный заработок, который, опять же таки, выполняет человек, который занимается этим. Он же приезжает к вам, не стоит на месте, он же грузит например, на бочкокат, поднимает его машину, там же дальше, опять же таки, работа по выгрузке, сортировке, отправке на завод, это все рутина. Мы видим только одну сторону медали, когда приехал заготовитель, взвесил, дал деньги и уехал. А дальше, что происходит с вашим медом, никто же не знает, а он действительно приезжает на склад, и все это дальше как бы формируется в один лот, и лот отправляется дальше на завод.
Вот, то есть определенный процесс, плюс обратно надо вернуть тару людям, постараться, чтобы она доехала, ну, целая, сохраненная. То есть ответственность на тебя берешь не маленькую. Це зрозуміло, але чому деякі люди, навіть більшість людей, так негативно ставляться до заготівельників, якщо вони, в принципі, такі потрібні? Це, звісно, зручно. Для мене особисто це зручно, коли до мене приїхали, забрали мед, дали гроші і поїхали. Тобто я готовий поділитися там гривнею 2-3 за те, що, ну, чоловік це зробить за мене цю роботу, да. Логістичну і так далі. Чому тоді люди так негативно відносяться? Значить, колись це заготівельники, ну, чого вони заслужили таку думку? Знаю, як це сказати. Ну дивись, я чого так питаю, бо ти й був пасічником, ти раніше також здавав мед. Да. А тепер сам якби приймаєш, тому от, хоча б так. Ну, правильно ответить вопрос, почему люди недолюбливают заготовителей. Может быть, кто-то из пчеловодов столкнулся раньше с тем, что его кто-то обманул. Или же недобросовестно отнесся к своей работе. Вот. Потому что я с этим сам столкнулся, когда-то в определенный момент, мы не будем сейчас называть эти компании, я тоже сдавал мед. Сдавал свои 3 бочки, вот, взвешивал их на весах. А потом, когда ко мне приезжали и на весах получалось на 15 килограмм меньше, мне это, конечно, цепляло, я нервничал. Мы со Светой понимали, что нас обманывают, но нам на тот момент были нужны деньги, и мы понимали, ну вот, все, мы, как бы, извините за завершение, не могли сделать другого вывода, ну, как бы, шага, потому что другие компании к нам не приезжали, кроме этих. Вот. Плюс, ну вот, я искал всегда выходы, думаю, раз эти обманули, все, больше к ним обращаться не буду, буду искать других. Вот. А потом так получилось, что мне предложили, даже больше скажу, мне этот вопрос заинтересовал. И я думаю, попробую на этом поприще себя поработать. Пойдет, пойдет, не пойдет. Бросить этаж можно, правильно? Эту ношу. Если она тебе будет тяжела, ты ее бросил и занимайся другим делом. Вот. Ну, главное с людьми поступать, ну, порядочно и честно, вот, как бы, со своей стороны, чтобы не было... Потому что пчеловоды – это сарафанное радио. Ты один раз, если... Ну, доверие зарабатывается годами, мне кажется, теряется за один день. Один раз ты обманул, завтра тебе уже никто не позволит. Вот. А с людьми работать тяжело, потому что все люди разные. Ну, ты как по маткам знаешь, допустим, да, вот есть и положительные отзывы, а есть и негативные. Вот. Тяжело подстроиться под всех одинаково. Кому-то ты будешь приятным, кому-то не очень. Вот. Это разные, ну, кто-то, у каждого своя психология, понимаешь? Мы все же, как люди, я считаю, мы все... строим жизнь для того, чтобы достичь своего семейного, ну, счастья, да, своего успеха. Ну, кто радуется за наш успех, скажи? Ну только близкие люди, правильно же, да? Так, так, я це зрозумів. Все остальное просто лирика и вежливость. Скажи, мы можем трішки поговорить про работу заготовельника? Ну, конечно. Наскільки це вигідний бізнес? Це вигідний, чи це аби не сидіть сложа, як то кажуть? Я скажу. Весь любой бизнес, если он на сегодняшний день не, как правильно сказать, не умирает, да, вот как с коронавирусом, рестораны и все остальные, да, допустим, магазины, он выгоден. Если к нему относиться профессионально, с подходом, что ты работать будешь не один день, а на будущее, на перспективу, будем так. Если ты человек, как бы в этот бизнес зашел с нуля, у него тяжело было заходить, потому что у меня есть конкуренты, и они намного сильнее меня, я зашел сюда, и сразу как бы тебе никто на этом блюдечке не принесет. Но тебе был плюс, тебе много кто знал, да, это дало свой положительный плюс, потому что YouTube-канал был давно создан, и люди меня знали как человека, знали мою семью, вот, и к многим я приезжал, говорят, Саш, мы тебя уже давно знаем. Зарабатывать на этом можно, тут же все понимают реально, какие расценки, да, на заводе стоит цена. Допустим, ну просто на 2 рубля дороже, у тебя цена 2 рубля дешевле, вот твои 2 рубля. С этих денег, конечно, надо заправить автомобиль, с этих денег надо заплатить, если у тебя есть наемная сила людям. Ну и все варианты, это дороги наши тоже, с амортизацией автомобиля. Но там остается денежка, даже если считать грубо, рубль 50 или рубль чистыми остается, рубль 50. Ну 20 тонн за 30 тысяч, правда же? Все же люди понимают, что это деньги не маленькие. Так. Но ответственность тоже, как бы, тоже серьезная. На одну чашу весов мы же не можем положить сразу 30 тысяч с одной фуры, да, заработка. И сразу ответственность. Это
ты берешь пчеловода мед, забираешь его, допустим, пробники, забираешь бочки, так. Ну и там везешь, даешь ему деньги, переживаешь за это, все тоже как бы все мы люди. Ну, есть и риски, я згоден. Але за що може так бути відповідальний заготівельник? Його задача забрати мед у пасічника і відвести, в принципі. Угу. І все. А аналізи, до прикладу, антибіотики, це теж лягає на плечі? Ну, смотри, якщо ти взяв мед без аналізів, так, как таковой на свій страх і риск. На свій страх і риск ми так і робимо. Тобто, людьми розговорюємо, і у тебе на заводі вискочив антибіотик, ця проблема ложиться на твої плечі. Угу. Вот. Самый честный вариант, это ты вернул пчеловоду, но опять же таки, когда человек получил деньги, ну не всегда человек хочет, допустим, ну и как бы это понятно с его стороны. Поэтому очень осторожно, очень аккуратненько это все дело работает. Брали анализ, отправили на завод, анализ подтверждается, все, забираем мед у пчеловода. Это самый идеальный вариант, но бывает забираешь мед тут у людей проверенных без анализов. Мед проходит все просто. Угу. Риск везде есть. Риск везде есть. И я знаю других своих заготовителей, которые, ну, как бы правильно сказать, покупали мед за свои деньги, а потом в меде обнаружили антибиотики, и это ложилось на их плечи. Это, ты, получается, можешь работать полгода, а потом за одну машину и просто потерять эти деньги. Я зрозумів. Угу. Ну, ось дивись, заготівельником може стати любохто чи любой человек. Тобто, можу я, може... Любой чоловік. Любой. А для цього щось потрібно, там, гроші, машина? Наскільки мені відомо, ти придбав машину, до речі. Мені прийшлося купити машину за свої гроші, да. Саме для цього виду діяльності. Іменно для цього, так? Смотри, Ваня, машина появилась у мене 2 роки назад. Мерседес Спринтер, вот. Вона как бы не новая, ну и не такая уже старая. Покупалась она сразу, пойму, скажу для чего, потому что начал заниматься заготовкой, и нужен был свой транспорт. Но видна используется в ней на пасеке. Я ж перевожу свою пасеку на кочевку, вот сюда в одном корпусе в Рутовском помещается 60 семей. Так же самое я вожу на этой машине рамки на откачку. Это просто удобно. Это я когда понял, что такое машина с гидробортом, ты загрузил корпуса, закрыл, не пыль тебе в дороге, ничего не мешает. Ты привозишь корпуса чистые. Ну, меня кочевики поймут, кто возит домой, когда везешь по пылевой дороге, и прицеп надо укутывать, закрывать, чтобы в рамки не попала пыль. Вот. Ты привозишь, выгружаешь, это все на руки легче. Она грузоподъемностью 3 тонны по паспорту. Ну, понятно, что можно грузить и больше, но я стараюсь ее беречь, потому как машина не дешевая, не из дорогих, ну, как бы не из дешевых автомобилей. Но это помощник, это мой помощник, потому что она мне помогает. Тут даже когда мы кормили сиропом, я здесь заколачиваю, кубик у меня стоит наверху, я привожу на пасеки и раздаю сироп пчелам. Тоже плюс. Плюсов очень много. Плюс для работы. Очень много советую, кстати, промышленным пчеловодам, кто занимается кочевкой, иметь такой автомобиль для пасеки, как бы, но я очень доволен, честно скажу. Миллион уже зарубив, чи ні? На заготовке? Нет, конечно. Чи пару? Нет, ну, миллион, не миллион. На заготовке миллион не заработал. Если что-то зарабатывается, то ну, не так солодко, как хотелось. Да, ну как бы считать чужие деньги всегда легко. Да, это известно. Потому что посчитал, ну, вот я, ты сидишь, я даже там сколько матов продаете, там 2000 продаете, как вы с Баскевичем сказали. Да. Посчитали по 250 гривен, уже посчитали цифру. Да. Ну а сколько сюда надо еще вложить и все остальное, да, там клеточки, прививочки, все остальное, время свое посчитать рабочее. Зрение, которое со временем сядет, это 100%, потому что прививка, так она у тебя не выйдет. То есть считать деньги чужие, мне кажется, легко. Зарабатывать свои тяжело. Ну, оно так в принципе и есть. Чужие гроши, они легкие гроши. А свои... Да. Не надо, мне кажется, ну, как бы я со своей точки зрения скажу так. Я всегда понимал, что кто-то зарабатывает меня больше в разы, и такие люди среди нас есть, и среди зрителей. Кто-то больше заработает, кто-то меньше. Надо просто думать о том, что вы можете сделать для того, чтобы улучшить свое семейное, ну, материальное состояние. Что вы готовы, ну, поставить на кон, чтобы увеличить свое, ну, материальное состояние. Потому что многие люди боятся рисковать. Боятся влаживать деньги в развитие своего дела. Понимаешь? Стоят на месте, топчутся и все. Вот. Ну, то есть, в принципе... Раніше до заготівлі меду ти себе
почував доволі, так як то кажуть, достойно, і в тебе був бізнес свій, він не є, ти так, ну, так далі і працюєш, правильно? Так, так. Ти в цьому плані нічого не змінилось. Це заготівля як доповнюючий, так сказати, бізнес-напрямок, я так розумію. Так, це доповнений заробіток, який, да, є можливість. Ну, бджоли, мене цікавлять бджоли. Бджоли в тебе є на сьогоднішній день, чи вони в тебе вже нема, пусті голови? Ні, бджоли в мене є, і я не собираюсь їх бросати. Вот. Пасіка для мене как бы, существувала завжди в моєму серці. Вот. Единственное, що я не живу з бджол, ну, повністю, ну, у мене є дополнительний заробіток і все. Так, а раніше ти жив з бджолами? Я ніколи не жив, тільки з бджолами. Тобто бджоли це не були основний засіб ніколи існування для заробітку. Ну, і на сьогодні вони так само не являються. Да, я ж купив участок і завів тільки після цього. Спеціально під бджол купив участок. Ні, ну ми з тобою спілкуємося, я то, в принципі, і так знаю. Я трошки якби для людей, для наших глядачів, щоб було зрозуміло. Бо просто останнім часом, із-за того, що ти зник з поля зору наших підписників, так, в тебе ж великий ютуб-канал, більше 50 глядачів, підписників, начебто. Я, якщо відверто, не слідкував, скільки, ну, багато. І потім в одне время ти пропав. Тому багато кого зацікавило, що все, з бджолами в тебе покінчено. Так що, в принципі, з бджолами працюєш, все далі так, як є. В общем, смотри, Володь, яка ситуація. Чому пасіка помістилась от на цій частині тачки, здесь стоїть, грубо говоря, 98-99 стебей. Вот. Ну, смотри, некуда их поставить. Вот проблема для пчеловодства, кстати, еще одна существует, то, что ты можешь завести пасеку и столкнуться с проблемой, где их ставить. Сейчас я живу в городе, это город Лозовая, и в центре города стоит вот эта пасека. Каждый год приходится вывозить ее на кочевку, и осенью опять сюда привозить, потому что нету основного тачка. И это проблема. То есть приходится проситься к людям, ставить у людей, то есть основного своего тачка нету. И эта проблема не состоит в том, что на следующий год мне ее полностью надо вывозить, потому что здесь будет полностью меняться ландшафт вот в этом месте. Если ты заметишь, с правой стороны я начал делать горку, вот, то есть мы высаживаем, то есть зеленые деревья, елки, мы хотим сделать со временем здесь небольшой для себя парк, чтобы было красиво, с озерцом, с водопадами. Вот. Но факт тот, что пасека должна стоять в селе, ближе к полям, ближе к медоносам. С города, с асфальта пчелы мед не принесут. Вот. Но в данный момент просто приходится привозить и на таком маленьком участке выставлять, вот, допустим, какую-то часть пасеки. Я зрозумів, Саш, дивись, там зовсім недавно хтось споминав тебе, я пам'ятаю в своїх коментарях, щодо там у пасічника хоч бджоли є і так далі. Тому дивись. Тебе бджоли є, чи це просто пусті вулики? Давай хоч відкрий, хоч буквально дай подивитися, Вань, людям. Ну, смотри, давай я відвечу сразу на вопрос, а ти можеш відкривати, звісно, улья. Ні, відкрий мені, я хочу, щоб ти мені відкрив. Поки ми тут не ходили, слідів нічого ми не вибирали. Вань, ну смотри, хто задає такі вопроси? Це люди, які раніше смотрели мій канал, і я завжди показував за пасіку якісь речі, там, да, улья, рамки, пчоли показував. Потім в якийсь момент переломний такий наступив. Я даже не знаю, как это правильно сказать, но у меня просто пропала энергия показывать. Ну, пчелы есть, это без проблем. Открываем улей. Вот смотри, сейчас. Ага, что-то есть. Вот, и влага есть. То есть все как полагается в деревянном улей. Все присутствует. Так, це ти нам, я зрозумів. Кстати, один експеримент покажу тобі зараз, смотри. Так, я на некоторих сім'ях. Оце я хотів запитати, чому в тебе по трьох корпусах? Ну, це не завжди буде правильно, може бути, хтось осудит, хтось підскаже. Чому так прийшлось? Нет зимовника. Нет зимовника, а слабачки зимують на вулиці не так комфортно, як би в поміщенні, коли там плюс 4. І прийшлось на основну сім'ю через проставочку поставити слабашей. Ага. Вот они. Тобто це не пусті вулики, там є бджоли. Ні, тут є. Просто чому? Я хотів запитати, чому по три корпуса. Просто там через перегородку. Да, здесь глуха перегородка, ну, проставочка. Вот. Ти ж як вони розбухали. Это ж тобто важно. Один вулик, там дві сім'ї. Все, здесь я зрозумів. Сім'я, здесь друга сім'я. Улит, літок на ту сторону.
весной, в феврале місяці тут буде розплод, тепло. Я зрозумів. Саш, дивись, це ти хочеш вже технологію розказувати? Давай ми не будемо про технологію. Да. Ти нам велике показав оці два. Ну це давай так. Я, як то кажуть, довіряй, но провіряй. Ну сам підійди. Я піду зараз відкрию, якщо ти дозволяєш. Ну, пожалуйста, я, звісно, противник зимою відкривати вулиці. Я теж противник. Знаєш, ні, такой... я дивись, чому я це хочу зробити? Я знову ж таки не хочу нікому нічого доказувати, але я хочу сам переконатися, чи дійсно ти пасічник, чи просто так себе називаєш. Так, тут у нас ніхто не ходив, друзі. Це спеціально. Зараз я провіряю. Любий відкриваю. Можна любий? Так, єсть один. Ну я ж зараз, я ж на вибір буду. Ну, ми потім поправимо. Так. О, так тут тебе все добре. Так. Ну що, Саш, я не буду кожен вулик відкривати. Давай, ну смотри, ну я ж кажу. Я... Може бути слабаші якісь, знаєш. Ну от вона сидить. Раз, два, три, чотири рамки, да? П'ята є? Ні, чотири рамочки, всього лиш. Саш, єсть. Дивись, ну, я зрозумів, я дякую о, тобі. Смотри. 4-5. Ну, в этом году у всех многих пчеловодов пошли семьи слабые. Я зрозумів. Ну, дивись, не будемо на цьому зациклюватися, бо на вулиці погода дуже така незручна для відеозйомки. Тому скажу так. Бжол, я твоїх провірив, бжоли є. Дякую тобі, що показав, не заперечив нам цьому. Тому, друзі, бжоли у Олександра Пасічника є, тому, як то кажуть, закінчуйте оці коментарі. Дякую, я Саш. Хочу, пускай люди пишут. Ну, ты знаешь, каждый человек пишет, выражает свое мнение. Даже пускай оно будет негативное. Я сейчас к этому отношусь более лояльно. Мне вообще как-то легко стало после определенного момента любые комментарии читать, честно скажу. Как бы я на это вообще сейчас стараюсь внимания не отсекать. Хотел тебе еще запитать еще про один бизнес-проект, бизнес твой напрямок. Раньше очень активно ты работал с дубовиками, которые вырабатывают вощину. Дубовик. Угу. Ти їх, ну, будемо відвертими, рекламував. Я думаю, завдячуючи тобі, вони стали більш знаменитими. Ну, про них дізналась Україна. Вони і були, знали їх люди, але не так масово. До цього приклав ти велику руку. Я думаю, це, ну, це правда. І на сьогоднішній день ти працюєш з вощиною дубовик, чи бізнес-проект цей припинено? Тобто ти користуєшся, працюєш, вощина є? Да, Вань, конечно, пользуюсь, потому что для себя, предысторию я уже говорил, да, можно использовать любую вощину. Но самое главное, чтобы эта продукция была сделана из натурального пчелиного воска. Потому что если я уверен в производителе, что он не добавляет ничего, то значит и пчелы мои будут охотнее отстраивать, и никаких вопросов по болезням, по всем, ну, таким, как она повело ее, там, допустим, да, не будет. Ну, вощиный дубовик, я доволен, мне она устраивает. Как бы, другого ничего для момента для себя не ищу. Семью дубовик я узнал по рекомендации Василия Николаевича Ничика, за что ему спасибо, я сейчас говорю, Василий Николаевич, я всегда снимаю перед вами эту шляпу. Вот, спасибо вам большое. Это очень порядочная семья. Такие люди есть в Украине, их много, но мне Бог такую дал возможность познакомиться с этой семьей. Вот. Це завдячуючи тому, коли ми були відео, коли ми були у Нічика. Це ми перший раз дізналися про вощину дубовик. І звідти пішло початок. Потім воно пішло, ми з ним познайомилися, поїхали перший раз з супругою к ним в гості, побачили пасіку, побачили їхнє, ну, підприємство. Ну, познакомился с Сергеем, с Женей, с отцом, с Николаем Алексеевичем, в общем, со всей семьей. Вот. И я для себя понял, что семья это очень порядочная. Очень порядочная. Они ко своему делу тоже подходят очень профессионально. И я как бы не с той точки рекламировать эту компанию. Я просто решил показать, мы так подумали, они посоветовались, показать их работу людям, то есть пасеку. Первоначально пасека у них не маленькая, все вы знаете, да? Показать, как они работают по откачке меда. Вы все видели там медогонки и мини-линия финская тоже, да? Показать производство вощины в то время. Не было у них станка импортного, да? Все это в то время работало. И Женя никогда не останавливался на месте. Мне нравилось то, что он развивался. То есть он всегда думал, как улучшить, как сделать качественнее и как...
мне кажется, даже больше. Он захотел завоевать рынок и быть первым. Вот просто первым. Ну, еще будто пора, да, надо быть. Он всегда говорил мне: Саша, мы не будем повторяться, как делают другие. Мы будем делать качество, и потом люди нас узнают. Вот мне эти слова понравились, и я как бы всегда ж, ну, думал, ну, не изменится ли его мнение. И ты знаешь, вот за сколько вот мы с ними знакомы лет, уже более 3 лет, я всегда убеждаюсь, что это очень порядочные люди. Угу. Они лучше меня намного, да, но с такой энергией не каждый человек справится. Я просто знаю их стиль работы. Вот. Поэтому я пользуюсь к ней вообще, конечно, да. Более того, я скажу тебе даже, это не секрет, я для наших лазовских пчеловодов с района начал даже возить, и люди меняют по таким же самым ценам, как у них на предприятии, и ну, на воск. И все, и получают ее здесь у нас, в Лазовском районе. Ну дивись, мене ще цікавить таке, ти дуже так активно їх рекламував, ващину. Тобі не було, ну не то, що страшно, я не знаю, як правильно навіть сказати, що не все залежить від них. Ващина то робиться з воску, які приносять пасічники, ми які приносимо, а пасічник може принести який хоч воск. Да. Тому, а ти давав за них своє якби слово. Согласен. І так далі. Хороший пчеловод, пасічник може принести любий воск. Но якщо людина працює з пчеловодством вже більше 20 років, у нього є опыт. Він сам пчеловод. Он понимает, как выглядит воск. Це ти про дубовики ще? Совершенно верно, да. То есть представь, що Вань, мені принесли воск, который на воск совсем не похож. Угу. То есть я его, конечно, не возьму. Понимаешь? Если даже какой-то на большом объеме попадется какой-то кусок, ну, грубо говоря, из тонны попадется 50 кг некачественного воска, то его легче выбросить, чем потом себе завоевать негатив. Это самый идеальный вариант. Потому что, ну, если ты готов быть первым, то тебе держать эту планку надо. Иначе в спину всегда держат, ну, как дышат конкуренты, а это конкуренция. То есть ты поднял эту планку, ее надо держать. Я не думаю, что Евгений и все ребята, они будут опускать ее, они только, мне кажется, будут повышать. Ну, за ващину, в принципе, мне зрозуміло. Ващиною все складывается. Я добавлю, когда я ее рекламировал, ты думаешь, я не переживал? Вспомним, мы с тобой когда-то давно-давно-давно говорили, что ващину рекламировать не будем. Мы знали о том, что качество ващины низкое в Украине, и мы с тобой говорили, препараты ващину не рекламируем. Ну, вот просто не рекламируем, да. Понимаешь? Да. Но никогда, ну, мне же тоже, нам же посоветовали авторитетные люди, правильно? Ну, как я помню. И перед тем, как я этим заниматься, я же прогуглил полностью все группы и на точку, и за добовиков же информация есть, качественно, некачественно. И я когда посмотрел, то 99% отзывов только положительных. И не может быть, Ваня, когда 99 говорят, что класс, а допустим один или так, допустим, давай не будем так. Если 90% говорят, что ващина классная, а 10% говорит, что это просто никакие рамки, такого быть физически не может. Она или плохая, или просто хорошая. Тут просто надо еще тоже информацию фильтровать, потому что есть конкуренция, нечестная конкуренция. То есть, ну, надо основываться на факты. Я сам користуюся останнім часом ващиною добою, в принципі, то мені подобається сама ващина, це буде так в рамках реклами. То все, в принципі, добре. Хоча я раніше також користувався, ну, іншою, і на зараз є ващина, в мене інша виробника. Я добавлю, ти ж не сказав, да? Я вже, щоб закрити до точку поставити. Можна рекламувати все, що угодно. Да, но если ты один раз сказал на конфету, которая будет горькая, сладкая, а человек попробовал и убедился, что она горькая, он же тебе потом не поверит. Выставка, ярмарка в прошлом году в Харькове показала, что дубовики приехали на 10-тоннике и распродали все под ноль. И очередь стояла сумасшедшая, да, логично. То есть людей не обманешь. Люди сами понимают реально. Один раз обманешь, все, второй раз тебе никто не поверит. В принципе, я згоден. Так, так. Рекламуй, не рекламуй, якщо воно, як то кажуть, ге, воно... Да, совершенно верно. Поэтому как бы так. В цьому питанні, в принципі, згоден. Дивись, Саш, раніше, якщо взяти останнє наше інтерв'ю, тоді були великі інвестиції в пасіку. На сьогоднішній день ти інвестуєш в пасіку, чи все-таки трошки пригальмував в цьому плані? Ти щось, є в тобі якийсь розвиток по сінням, по бжолам, по вуликам? Ти є ще бажання розвиватися як пасічник? Здраво
скажу честно, я взвешивал свои возможности. Я понимаю реально, что, как там пословица говорят, я не помню, бери ношу, да, по возможности, да, мощь неси, да. Так вот, в свое время были вложены сумасшедшие деньги, или как бы правильно сказать, да, в улья, в рамки, все это есть. Оно все есть, оно у меня растет сын, вот, как бы, то есть, захочет он этим заниматься, то есть, возможность будет. Не захочет, но всегда это можно продать лишнее, то, что у меня есть, и остановиться на том. Ну, то есть, а возможность, я уже думал, пасека 200 семей, это тот потолок, который я могу обслужить. Больше, потому что есть магазин, который тоже надо уделять внимание, есть другие направления, куда тоже надо уделять внимание. Как правильно люди говорят, если ты будешь заниматься всем подряд, то нигде толку не будет. Понимаешь, ты везде будешь не успевать. Надо выбрать те моменты, где вот все работает и все. Дальше двух рук не хватает. Не пришьешь третью, четвертую руку. Ну, тогда дружина хармная. Очень помогает мне моя жена, ты знаешь, больше цифру скажу. Она подвигает меня на подвиги. Казалось бы, да. Муза, она твоя муза. Да, это 100%. Если бы не она, ну просто некоторых достижений в жизни, может быть, и не сделал. Просто человек поддерживает меня. Кстати, очень пчеловодом скажу, когда вас поддерживают жены в помощи ваших дел. Без разницы, пчеловодство, это животноводство, сельскохозяйственное направление, да, то это большой плюс. Вам будет легко всегда. Вот, потому что ваша половинка знает, как все это происходит. Вот. Вы не приходите домой, то есть вы не сам на сам. А у меня супруга, дети мои все знают, Мишка, вот Катюшка, мы все собирали рамки. Они знают, что такое пчелы, как бы, как это все происходит, весной подкормки там, и откачка меда. Семья помогает в этом полностью. Так, Саш, дивись, оце ти, в принципі, Ютуб покинув, і таке питання, ти будеш до нього повертатися? Ти будеш знімати ролики, радувати своїх підписників, чи хай вони підписуються від тебе, відписуються, підписуються на мій канал? Буде якийсь контент для своїх глядачів, чи не буде? Ну, от говорить і обіцяти, ну, це раз хоча б плани, ну, плани. Бо... Плани теж говорить свої. Тоже как бы, ну, я не знаю. Ну, в плане Ютуба я хочу дізнатися. В плане Ютуба? Так, мене цікавить Ютуб. Ти ко мне приехал? Так. И говоришь мне, Саша, типа, давай что-то там. Ну, я роблю свій контент. Согласен. По возможности, я не буду обещать, что я там прям, ну, буду так вот яро учить пчеловодству. Почему? Потому что я совершаю тоже много ошибок. Ну, не обов'язково вчити, можна щось показувати. Раніше ти показував, в принципі, все. Те, що тобі навіть присилали для реклами, те, що ти сам купляв, те, що ти сам робив, те, що ти пасіку свою вів і так далі. А зараз практично відео немає. Я розумію, що робота, я також в сезоні практично нічого не знаю. Ти знаєш, я от собі задаю питання, да? От на якомусь етапі ти перестаєш, ну, чим-то, допустимо, займатися. А потім буває, через время, ты многих людей такое бывает, новая волна, новые эмоции, и ты дальше пошел с новой силой. Понимаешь? Вот. Ну, то есть, канал работает. Много хорошего контента, я считаю, есть у меня на канале, который можно посмотреть. Да, есть видео, которые набирали там больше 100 тысяч просмотров, больше 200, 300, 400, полмиллиона, больше миллиона. Значит, эти материалы кому-то были интересны. Да. Вот. Не хочется показывать. Подошел, ушел, открыл, закрыл и одно и то же. Самое. Тут просто, ты знаешь, есть каналы, на которые я раньше заходил, смотрел с удовольствием. Но когда видео бам-бам-бам-бам, все, уже ты не смотришь, потому что... Дивись, можливо, варто спробувати десь якесь відео зняти про заготівлю меду хоча б. Я думаю, багатьом цікаво, як працює день заготівельника, до прикладу. Чи, це можна зняти в такому ключі, як би... Чи просто немає на це часу? Ні, ну можна зняти матеріал для підзаготовки. Ну, вони ж, кстати, вже почали з'являтися на Ютубі, і ребята, кстати, показують, як к ним приїжджають машини, як забирають мед. Я розумію, просто, може, тебе просто немає часу, а може просто тебе немає бажання. Бо читаєш коментарі, там пишуть, о, ти такий-сякий. Я ж пам'ятаю, коли Юрій Авдієнко зняв відео, де він сказав, що ти працюєш з заготівельником. Я це відео дуже пам'ятаю, скільки було, ну, бруду вилито. Хтось відписався, можливо, хтось на факи. Писали все, що тільки можна, барига і так далі. І от мені от цікаво, твоє відношення до слова барига.
ти як до нього стався? Це тебе ображає, чи це тебе до чогось спонукає, чи це, можливо, оце слово «барига» тебе відрізало від спільноти? Да ні, я не думаю. Смотри, я ж предприниматель давно вже, ще до пчеловодства. У мене как бы, бізнес був ще до пчел. Просто в один прекрасный момент я себе сказал, что Саша, сколько можно об этом мечтать, давай уже как бы ну, входить в тему, сколько таких людей. Тому примеру, я очень сильно нравится человек, такой Виталий Буровицкий, да? Угу. Вот сколько ему лет, когда он начал заниматься, приблизился к пчелам, да? Да. Приблизился, вплотную. Мы о нем узнали, когда он уже не был в возрасте да. 20 лет. Мы его на выставке. И таких людей много, да, да, конечно. Негативные комментарии. Они были после того ролика, когда Юрий Федорович снял материал о том, что я якобы в сговоре с экспортерами. Ну, он потом, конечно, извинился. Ну, человек амбициозный, не так выразился, знаешь, бывает, слово не так вот скажешь, удар рене там поставишь, и уже люди воспринимают это неправильно. Вот. Я что, когда только-только начал заниматься заготовкой, я еще не заготовил, грубо говоря, не 4 тонны не купил. Ну, то есть не смог заготовить, а негатив пошел, как будто я уже профессионально этим занимаюсь. Угу. Но ты знаешь, вот этот вот момент, кстати, скажу так, блогеры, не обращайте на это внимание. Этот момент, пик, а было вылито грязи как бы немало. Я все эти комментарии читал, потом супруга старалась меня от этого оградить. Тогда еще YouTube не блокировал, то есть, ну, эти слова. Да, с матом и все такое. Это все, короче, не, ну, как бы не блокировалось, да? Оно всегда в теме, то есть сейчас, конечно, это все уходит в сторону. Зараз на цензурную лекцию. Вот, жена, но оно меня как бы закалило. И теперь я комментарии читаю очень спокойно. Вообще отношусь к критике по-другому. Раньше как бы критика воспринималась всегда в штыки, может быть, знаешь, лучшая защита это нападение. Сейчас критика воспринимается адекватно. То есть я слушаю человека, если он мне говорит критику, я всегда должен ставить понять, почему это происходит. Ну, для чего, почему он так вот выражается, что его заставляет это делать. И тогда ты просто понимаешь, что все слова по-другому, понимаешь? Вот как бы так, вот даже если смотришь некоторых блогеров, хоть как-то выражается, там, хочется подколоть кого-то, это довольно так просто воспринимается в последнее время, что у тебя выработался антидот. Вот просто антидот. Ну, слово «барыга», ты говоришь «барыга», напрягает тебе или нет? Ну, слово «барыга», оно двоякое, да? Вот «барыга», 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 говорил у нас кто? Саакашвили, да? Ну, в Одессе, там на таможенников. Вот. Так вот, смотрите, у нас есть предприниматели, есть барыги, есть там торгаши, и это всегда называлось так, типа, как бы, обычным человеком, который ходил на завод. Он барыга поехал, на какая машина. Он там, допустим, тот поехал. Почему у нас не обидное слово чиновник? Когда чиновник строит дом через два квартала за один год, а я дом строю больше 10 лет. И его еще до сих пор не построил. Я предприниматель, там барыга, кто как скажет, да? Но я его строю своими силами и очень долго, да? А чиновник, который на откатах или там на госраспиле, ну понимаешь, о чем говорю, да? Тот зарабатывает колоссальные деньги, ездит за границу. Я ни разу не был за границей. Я ни разу не был на курортах, нигде. Я все время как-то вот в этой жизни, понимаешь, не получается. Хотя надо все поменять кардинально и позволить себе ездить, отдыхать. Вот так же многие люди делают. Я никогда не был ни в Египте, ни в Турции, нигде, вот, казалось бы, да? Uh-huh. Кто-то подумает, что там денег, наверное, целая куча. А все, я не плачу сейчас, это та жизнь, которая у меня есть, надо что-то менять, потому что это неправильно. Я с коронавирусом уже не покатаюсь я никуда. Так, я навіть хотел... То есть, барыга, мне слово понятно. То есть, там кто-то мне... Кстати, когда Юрий Федорович снял ролик тогда, как бы, ну, в тот момент цена на мед была дешевая, да, люди были настроены агрессивно на экспортера, вот потому что цена упала. Их всех было понятно. И для меня также вот сейчас цена, поднятие цены это только плюс. Потому что я свою, как говорится, тонну 3, 5, 10 качаю, и мне надо ее куда-то продавать. Я не хочу ее продавать за копейки. Даже заготовители, многие держат свои пасеки. Они не хотят ее продавать за копейки. Мы хотим продавать ее дороже, потому что, ну, смысл тогда в этом, понимаешь? Смысл. Когда было 3 улья, это одно, когда 10 улья, это другое, когда у тебя 50 улья, это третье, а когда ты уже замахиваешься на другие масштабы, это разные, риски больше. Поэтому барыга, ну, пускай для кого-то барыга будет, знаешь. Хотя, есть такая пословица. В чужом глазу бревно,
Или нет, в чужом соринку, да, мы видим, а в своем бревна не видим. Так. То есть, поэтому, ну, это человек, пускай так говорит. Тобто тобі на даний час це вже як така лікоцемпа. Так, Юрій Федорович Авдієнко, ваше спасибо для закалки, проскочило, да. Юрій Федорович тебе закалив, так? А, да, закалило, поначалу було тяжело. Допоміг. Да, да, да. А ну ж тоді такий момент вийшло, Юрій Федорович сказав, потім пішли раз, при, почали от ті спасу там. Ну, ти ж на нього не ображаєшся? І на Юрій Федорович? Да. Ні, звісно. А є такі ютуб-блогери, или, на кого ти ображаєшся? Які тебе чимось зацепили? Значить, этого, значит, блогеров, смотрите, здесь я так говорю, как? Ну вы находитесь на таком расстоянии, никогда не встречались, как вы можете поссориться? Я, конечно, удивлялся, как это может быть. Да, всегда какие-то моменты тебя цепляли, раньше особенно, да, кто-то что-то сказал, тебя зацепило, ты сейчас я ему ответочку скажу, там что-то кого-то цепило, ты знаешь, моменты. Но это все проходит. То есть эта каша перекипела, все, вода вытекла. Или там выкипело, и все. Это все в прошлом, 100% прошлого. Были такие моменты, когда я на каких-то блогеров обижался, в телефонах даже разговором мы ругались. Сейчас я смотрю на это все просто. Каждый идет своей дорогой, и каждый стремится к успеху и к своему счастью. Ну правильно же или нет? В этой жизни по-другому никак. Или ты... Так, так. Поэтому, ну, обижаться на те слова, которые, ну, кто-то тебе говорит, когда ты кидаешься грязью, да? То как бы, ну, это не означает, что ты не можешь. В своем роде это можно кидать грязью. Кто кидает грязью? Люди, у которых руки какие грязные. Ты просто эту грязь не принимай, не бери ее, не доставай и не отправляй. Не бросай в руку. Мне помогает раскрутить канал свой, когда ты агрессивно как-то робишь. И, кстати, работает. Это, кстати, работает. Почему бы и нет? Вот ты же посмотри материалы, видео, да? Вот, хопа, сцепились два блогера, и все сразу смотрят. А почему это интересно? Ну, не знаю. Но просмотры показывают статистику. Так, так. Правда же? Вот. А Ваня показал про Украину, Хоня Украина. 1000 просмотров. Никому не интересно украинское земельство. Ну, є таке, так. Мы це зовсім недавно обговорювали. Поэтому блогеры, да, приходит такой момент, вот я сейчас обращаюсь ко всем блогерам по пчеловодству, конечно, наша тема пчеловодства. Вот. Вы не подумайте, что кто-то в моем списке там есть из негатива. Все люди добрые. В основном все люди добрые. Даже если на тот момент, когда так с кем-то происходили стычки, какие-то там разговоры, распри, все такое, я... А были такие? Прям серьезные? Стычки? Так. Не, серьезных, я думаю, не было. Так, чисто? Чисто, вот, как бы, на тот момент, да, одна была у меня с Терентьевым Сергеем. Вот непонимание того, что началось, когда Юрий Федорович проводил митинг, а он отговаривал от митинга, оно как бы вызвало свою первую эмоцию. Потом вот эти все моменты, знаешь, оно, я ж не трогаю никого, как, у меня укусили, коза, и говорится, ну блин, надо же как-то ответить. Надо было просто не обращать внимания, но... Ну, комментарии подталкивали, понимаешь? Ах, он такой, это десятое, раз, ну как бы так. Потом я понял, что этим не надо заниматься. На этом, ну, как бы, оно нехорошо, все это дело. Так, так, мы це зовсім недавно була на зустріч з Андрієм Баскевичем, и мы ці питання піднімали, так і завтра. Кстати, по Баскевичу, Андрій, скажу. Мы с ним познакомились первый раз, в телефонном режиме общались, все такое. Потом, как-то через несколько материалов, был какое-то к нему отношение такое, знаешь, как бы, немножко негатив. У меня какой-то выражался, там после некоторых видео, все такое. Этих видео, конечно, сейчас уже в интернете нету. Вот. А потом, вот сейчас, на данный момент, я смотрю на него всем по-другому. Чему? Что поменялось? Скажу честно, ну вот вижу в нем простого парня, вообще простого. Открытого пацана, который рассказывает на камеру, все считает нужным. Даже где-то ошибается, где-то подкол какой-то там. Ой, я что-то... Знаешь, я сейчас смотрю на него совсем по-другому. Знаешь, вот... Вот казалось бы, да, вот от любви до ненависти, да, один шаг или наоборот. Человек мне симпатичен, все, просто симпатичен, он нашел свою нишу в этой жизни, работает, молодец, просто. С удовольствием смотрю его материалы, ну вот как бы, ну вот Андрей, молодец, крутяк, все. Не, он простой парень, ну мы полтавские все такие простые хлопцы, нас немає такого. Хотя декому це, як ти кажеш, Андрій молодець, комусь не сподобалось, бо зовсім знову ж таки, канал Матковод Ігор Йобак, він в своєму відео, він не називав імен, ну було зрозуміло, що це відео адресовано
про нашу зустріч з Андрієм і піднімав це питання. Не всім все-таки подобається позиція чи поведінка. Ну, Ігор Матковод, я його теж дуже давно знаю, зустрічався з ним на виставках неоднократно, мені хтось даже маток присилав. Да, я в своєму відео розказував, що це Ігор, він займається матководством, пакетами. У нього, кстати, є матеріали, які інтересні, дуже інтересні, і він так преподає їх класно. Вот. Тоже человек со своими амбициями, можно бы сказать. Но я тебе скажу так, это хороший человек. Как бы там ни было, что бы ни говорил, Игорь хороший человек. Ну просто у него свои, в общем, видения, допустим, этой жизни. Ну, когда смотришь его канал, красиво, аккуратно все. Знаешь, да? Мне кажется, после наших этих с тобой дискуссий, багато хто може подумати, що це виглядає дуже якось, ну, дуже навіть, ну, підлабузництво, напевно. Та зачем? А хотів би, щоб я сказав щось по-другому? Ні, я просто в тебе запитую. Я ж не кажу, що ти повинен щось, хтось, ну, щось тобі, щоб всі все подобалось. Ну, є ж такі люди, є такі речі, які не подобаються, в принципі, які зацепляють. І що раз говорю, останнє время, от після определеного времени, я на це смотрю зовсім по-другому. Ти просто трошки, я так зрозумів, абстрагировався, чи як правильно сказати? Не знаю, як це ти говориш. Я смотрю все на це по-другому. От просто по-другому, розумієш? От ви під'їзд, а я на нього зовсім по-другому. Я щось сприймаю по-другому. Добре, я зрозумів тебе. Мені здається все-таки, що ти відійшов від Ютуба, від посічникування, і тому тобі от така в тебе позиція. Ну, ти трошки холодніше став до цього всього. От чесності до Ютуба. Тому ти так і тобі вже все одно, що тебе там про тебе кажуть, тобі все одно вже хто там. Чомусь це раніше тебе цепляло, а в один момент тебе перестало це цепляти. Я був моложе немножко. Тебе сьогодні можна назвати блогером, ютуб-блогером по бджільництву, чи ні? Ну, взагалі, блогер, як би, він з першого дня одного відео виставив, ти вже блогер. Ну дивись, я себе, якщо відверто, я не вважаю себе блогером. Ні, ну блогери, як понять блогер? Ну, не знаю, ну я не вважаю, я просто... Блогер — це який чоловік веде свій блог, правильно? Ну, в принципі, так, ну це можна по-різному. Ну, по суті, блогер, але я себе таким не вважаю. Є люди, які целенаправлено... Етим займаються? Так, я веду в соцмережах сторінки, пропагандую бджільництво, себе рекламую, інших рекламую. Це блогінг. Угу. Але, ну, так, внутрішньо я... якось не готов. Ну, не знаю, за блогеров, мне кажется, людям не интересно, это такая отдельная тема. Не каждый человек способен, кстати, взять камеру, показать себя, показать свою личную жизнь, может быть, не всю, частично. Вот, не каждый человек сможет это сделать, понимаешь? Поэтому, ну, эта площадка YouTube дает такую возможность себя как бы показать, реализовать, что-то, может быть, показать интересное, а что-то не очень. Угу. И каждый выбирает. На Ютубе это канал, мне, кстати, Ютуб, это реклама не Ютуба, очень нравится эта площадка. Потому что есть направление, которое тебе нравится. Садоводство мне очень сильно нравится, да, озеленение, вот сейчас я смотрю его постоянно. Есть темы, там, строительство, потому что я дом строю, мне интересная тема, да. Угу. Есть темы пчеловодства, потому что я этим занимаюсь. Есть другие темы, которые, я вот смотрю эти каналы, мне интересно, да. Я не произвожу ничего, да, мне не интересны станки, мне интересно, допустим, оборудование, но... Те вещи, которые мне нравятся, я смотрю. Вот это мне дает шанс. Я не смотрю то, что мне навязывает телевизор. Я сам выбираю, что мне смотреть. И так же самое и люди, которые сейчас нас, может быть, до сих пор слушают, вот, берут какой-то момент для себя в жизни. Очень интересно смотреть каналы, которые показывают только в основном позитив. Вот смотрю канал, как люди, молодая пара строит дом. Угу. Блин, ну ты смотришь на них, муж и жена, вдвоем, вместе, все вдвоем. Ну блин, ну... Ты вот сидишь за столом, посмотрел, говоришь, Свет, а давай так. И поехали, и мы что-то сделали. Понимаешь, оно подвигает тебя на другие моменты. То есть ты не останавливаешься. Бывает, человека просто руки опустились, ну, после того, как ты получил позитив, ты дальше воспрял душу и пошел. Пчеловодство, ну как ты его бросишь, если оно у тебя с детства? Ну как? Если оно в твоем сердце с детства, как ты его бросишь? Якби сьогодні тобі поступила така пропозиція продати свій YouTube-канал, ты бы его продал? Ты знаешь, все можно продать и все можно купить, но есть вещи, которые не продаются и не покупаются. Конечно, канал YouTube я, наверное, сейчас бы не продал. Потому что
У меня же все видео, которые я снимал, они же только там хранятся. У меня же негде них хранить. То есть ни жесткого диска, ничего нету. Так вот сейчас просто YouTube-канал взломали, ну, как было у Влада, и убрали. Ну, можно это все скачать на жесткий диск и продать канал с 50 тысячами подписчиками. Добрый. Мне кажется, никому не интересен. Ну, чем? Вообще никому не интересно это. Сейчас 50 тысяч подписчиков — это так низко по сравнению с теми каналами миллионники, которые смотрит молодежь. YouTube канал для пчеловодства — это очень-очень маленькая аудитория. И в основном возрастная. Ну, понимаешь, ну, да? Я так с тобой трошки не згоден. Ну, есть пчеловоды, я тебе сейчас докажу. Есть пчеловоды, ну я же заготовитель в какой-то мере. Я приезжаю заготовителем, казалось бы, я блогер, там Александр Пасечник, очень давно уже в Ютубе, и меня знают уже как бы все, даже за рубежом, даже как бы и больше. Казалось бы, да? Я приезжаю к пчеловоду, а у него там 300 семей. Он говорит: здрасте, здрасте. А он меня не знает. А я спрашиваю: вы как бы информацию откуда черпаете? А он говорит: я Ютуб не смотрю. Ну, есть такие. И таких много. Динозавры. Ваня, таких много. Они заработают по накатанной системе. Она, может быть, немного устарела, а может быть, в некоторых моментах и как бы работает в ногу со временем, но они не смотрят YouTube канал. И есть такие. Понимаешь? Может, действительно, краще ее надивитесь? YouTube канал? Так. Ну, это зависит от тебя. Это как бы ты хочешь смотреть, можешь не смотреть. Ты же не можешь завязать эту тему. Ну, мне интересно, я смотрю. Мне вот есть одна минутка, если я обязательно захожу получить информацию. Потому что благодаря YouTube, честно тебе скажу, благодаря YouTube, как бы пасека начала расти. Тобто ти вважаєш, що завдяки YouTube-каналу? Благодаря YouTube. Є пчеловоди, ну от у мене, допустим, Григорій Борисович, да, там, допустим, Александр Тарасов, там, ну, хто-то рядышком, з тобою познайомились вже після того, як я завел пасеку. Вот. Но в основному я черпав, увидел там, увидел то, ага, ага, примірив на своїй пасеці, пішло діло, да? І много молодежи. Увидел, посмотрел, подписался на ті канали, сравнюють відео, один говорить, одно, другое, другое, ты берешь для себя. Я разумею, но тебе это стало целиком, ну... Книжки ушли на второй план, вот сразу тебе скажу. Дивись, но есть люди, которые говорят, что благодаря Ютубу появилось очень много пасечников, новачков. Ну, это круто. Ну, кому-то это даже и не подобается. Ну, у нас есть такие люди, да, которые ни себе, ни людям. Саш, дивись, хотел еще тебе запитати за такую интересную историю. В цьому році, який минув, вірніше, це дотація на бджільництво. Хороший. Тепер бджоли є. Да. Ну, я, розмовляючи з тобою, знаю, що ти на дотацію не подав. Так. Чому ти не подав? Ти, я по якій причині? Я готов відповідати на вопрос. Смотри. Проживаю в этой стране уже 45 лет. Я как бы понимал, что государство никогда мне ничего не давало. Ну, просто не давал. Моим родителям – да, квартиру. Моим родителям – да, там. Ну, це Радянський Союз. Так, Советский Союз. Но мне государство ничего не давало. Ну, вот не помню такого, чтобы государство мне принесло. Чтобы государство давало, надо жить до пенсии, тогда тебе будет государство давать пенсию. Ну, это один вариант. Поэтому все, что я сделал, как бы, все, что я достиг, это зарабатывалось вот этими двумя руками, да, и с помощью там своих близких. Разочарован был полностью во всем. То есть недоверие было конкретное. Теневой бизнес, почему у нас не выходил с тени предпринимателей и все такое? Потому что налоги, давили налоги. Вот, допустим, простой вариант. Вот сейчас быстро, постараюсь быстро в тему. Захотел я построить магазин. Все, пришел я, допустим, выбрал место, пошел, подписал документы, решение сельской рады, допустим, районной рады. Вот здесь поставить магазин. Я его еще не построил. Я только его начал строить, мне уже пожарники приехали и говорят: давай деньги. Дальше. Ты начинаешь строить магазин, ты открываешь частное предпринимательство. Это коррупция. И ты сразу должен платить налог. Ты еще не продал ничего, но ты же должен платить налог. Это составляющая бизнеса. То есть ты, тебе государство ничего не давая, то есть ты, вернее, ты ничего не беря у государства, создаешь предприятие, да, сам. Берешь к себе на работу людей, платишь за ним зарплату, потом платишь за этих людей налоги, за себя налоги платишь, да? Тебе государство дает свет, ну, будем говорить так, за этот свет в двойном тарифе насчитывает, потому что ты же не как частный сектор, ты как предприятие, ты должен платить в два раза дороже, хотя лампочка говорит, что там одинаково. Вот и все, я привык, что никто ничего не давит. Я разуверился, поэтому в этом году я не подавал на дотацию.
Но я понимал, если кому-то ее дадут, то это будет первый шаг за историю Украины, что начало что-то меняться. После того, как у нас с Лозовой построили дорогу на Харьков, и дорога просто бомба, ну я не знаю, я на ней еду, получаю моральное, эстетическое, это любое удовольствие, как водителя за рубежом. Я думаю, о, это первый шаг, да? Потом, когда выдали помощь ФОПам, я был просто в шоке. Выдали мне и моим ты подавал продавцам. На... Да, ну я не подавал, жена подала без меня. Вот. Как ФОП. Как ФОП, да. Типа, а вдруг? Да, потому как бы там в Киеве бастуют, все такое, вдруг нам дадут. Потому что карантин, локдаун, все остальное. И тут выдают помощь мне и моим продавцам. Я был в шоке, удивлен вообще, как это? Это как вообще, почему? Ну, то есть у меня не состыковка. Извини. И когда я узнаю буквально через два дня, что начали выплачивать дотации, у меня в мозгу поменялось. Джалеран, да. Я, блин, понял, что что-то меняется. Ты пожалковал. Я не пожалел, я просто наоборот думаю, блин, надо было все-таки поверить. Ну, а чему не пожалковал? Вот просто мне интересно. Сейчас, конечно, эти деньги не пригодились бы, да. Я не спорю. Эти деньги... Навіть 100 сімей, це на сьогоднішній день 20 тысяч гривен. Эти деньги мне пригодились бы, поверь. Ну, как бы эти деньги пригодились, я бы их знал, куда вложить. Да, из-за того, что я, а таких, как я, людей очень много. Я думаю, что процентов 25-30 всего лишь попадали на дотацию, все остальные как бы оставались в тени. Я знаю эти пасеки, я же разговариваю с пчеловодами, это крупные пасеки. Это очень крупные пасеки, которые не подавали на дотации. Вот. То сейчас, когда люди получат эти деньги, и это классно, я просто рад за них, пускай только их направят в правильное русло, но у каждого свои, ну, то есть семейные, да, бюджеты, точно. Да. Вот. То на следующий год, конечно, соответственно, и я начну идти этой дорогой. Я также дам документы, подам на пасеку и буду стараться получить от государства эту помощь. А потом чекай податки, как богато кто каже. Податки, тут уже вопрос такой. Я не думаю, что податки будут. Потому что податки надо брать с прибыли. Правильно? Ну, смотри, ты организовал пасеку, ты только это все дело раскручиваешь. Прибыль с чего? З продаж. Як багато хто пишуть, скажуть, прийдуть, порахують, скільки в тебе вуликів, кожен вулик. Так це ж було в Совєтському Союзі, там ще після війни, коли считали яблуні, таке було. Да, ну, це був маразм Совєтського Союзу, комуністичної, може бути, епохи. Зараз тобто, налог платиться з продаж. Ну, це логічно. Ти отримав прибуль від продажі, ти заплатив за налог. Все, більше нічого. Ти не віриш в податок на бджіл? Що, ну, я не думаю, как это можно вести, это логически, как это вести. То есть на основании того, что ты подал, вот у тебя пасека, допустим, там 200 семей. Ты подал 200 семей. Но пчеловодство, это же риски. Сегодня у тебя 200, завтра у тебя может быть 100, послезавтра 3 фермера траванул, осталось 20, а потом опять. То есть каждый раз ты меняешься. Понимаешь? То есть... Это дуже тяжко провязать. Да, и почему каждый год проходятся, допустим, лабораторные исследования? Ну, потому что ты каждый год можешь подавать цифры. Сегодня у тебя вшло в зиму 200, с зимы вышло другое количество. Или вышло же, ну, то же самое. Это все логично. Поэтому я рад, вот, честно, что начали такие изменения происходить в нашем государстве. Это только к лучшему. Поэтому на следующий год обязательно я так же само буду строить. И не только я. Поверьте, как это все резко увеличится. Кто это сделал, ребята, вам огромное спасибо. Вы просто, ну, от чистого сердца. Это богатые люди. Да, молодцы. Да. Молодцы. Я, честно говоря, я, вот эти стереотипы. То, что было как раньше и сейчас меняется, они меняются у меня. Это плюс. И казалось бы, что все вроде бы ничего не происходит, а я вот еду, я что, водитель, я вижу Полтаву вашу, кстати. Дороги, ну просто шикарно. Так, у нас Полтава. Вообще шикарно. Полтава изменилась. Харьков, другие города, там, ну, просто, да все делается. Ты вот если ездил на Краматорск, как там дорога? Чи на этот самый, как его? Так, Краматорск, дорога полностью новая. И ремонтуют, роблят, но... Все меняется. Змени. Поэтому я как считаю, ну, непростое время сейчас. Тобто, змени будут и в жилище. Да. Да, я думаю, в любом случае, да. То есть этим крайшую, надо заниматься. В кращую сторону, надеемся. А мы же сами себе кузнецы счастья. Ну, есть такие факторы, которые трошки могут впливати. Фермера, например, на наше счастье и так далее. Так что, как-то так.